Друзья, всем привет! Меня зовут Лёша, я мужской парикмахер, и сегодня я поделюсь с вами самой нужной информацией, которая будет полезна и мастерам, и клиентам. Неактуальными сейчас являются те стрижки, которые требуют ежедневной серьезной укладки. Если мы посмотрим все старые голливудские фильмы или на то, как мужчины носили волосы раньше, мы заметим, что их волосы уложены очень строго, волос к волосу, все выглядит очень аккуратным. Вот. Сейчас же все изменилось, и такие стрижки актуальны только на очень формальных мероприятиях. Сейчас же все наоборот. Актуальными являются те стрижки, которые выглядят максимально естественно. И неважно, использовали ли вы укладочное средство или просто вы высушили волосы и убежали на работу. Главное, чтобы это смотрелось максимально натурально и окружающими не особо считывалось, что вы использовали много укладочных средств. Поэтому не бойтесь экспериментировать. Не задавать вопросы вашему мастеру и не забывайте, что стрижка один из самых важных и показательных аксессуаров мужчины, и не стоит на него забивать.